Добро пожаловать на наш YouTube канал Hardrest Info. В данном видео я вам расскажу, как войти в режим DFU на устройстве iPhone 16, используя Windows. Для этого в первую очередь возьмем на шнур Type-C и подключим к нашему устройству. Другой конец подключим к компьютеру. Затем после этого нам надо будет поочередно нажать кнопку увеличения и уменьшения громкости и задержать кнопку питания. После того, как выключится наше устройство, зажмем кнопку уменьшения громкости, подождем 5 секунд и отпустим кнопку питания. Давайте для удобства возьмем наше устройство в руки и проверим увеличение, уменьшение громкости и задержим кнопку питания. Нажмем на кнопку уменьшения и отпустим кнопку питания. И будем также дальше держать кнопку уменьшения громкости. Давайте попробуем еще раз после перезагрузки. Нажимаем увеличение, уменьшение громкости и задержим кнопку питания. Отпустим кнопку питания. И будем держать кнопку уменьшения громкости. Отпустим кнопку уменьшения громкости. Как можете заметить, наше устройство не реагирует ни на какие кнопки. И мы вошли в режим DFU. Чтобы убедиться, на нашем Windows, ПК и ноутбуке зайдемте в приложение устройства от Apple. Можете заметить, как оно называется в левом верхнем углу. И как можете заметить, компьютер обнаружил iPhone в режиме DFU. И нажмем ОК. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!